20 тонн долгожданного груза доставлено в зону спецоперации бойцам из Хакасии. Собирали медоборудование, технику и продукты жители республики и предприниматели. Видео публикует Народный фронт. Общественники занимаются организацией и отправкой необходимых вещей. В этот раз привезли 15 генераторов, 2 мобильных УЗИ-аппарата, теплые вещи, обувь, окопные свечи, продукты, адресные посылки и даже внедорожник УАЗ. Машину передал один из местных предпринимателей. Дорогие земляки, мы очень вам признательны, мы вас любим, мы вас благодарим. Но сейчас, на осенне-зимний период, нам очень нужны теплые вещи. Свитера, термобелье, носки, шапки, перчатки. Мы будем вам очень благодарны и признательны. Ваша помощь не остается незамеченной. Мы вас очень любим, и мы обязательно вернемся домой с победой. Огромное вам спасибо. А между тем, активисты уже приступили к формированию новой партии груза. Помощь необходимо собрать и доставить до Нового года. Она будет направлена в Запорожскую и Херсонскую области. Особо важны теплые вещи и медицинское оборудование. Накануне украинские формирования ударили ракеты по госпиталю в городе Токмак, Запорожье. Есть жертвы среди медперсонала. Здесь на передовой служат и бойцы из Хакасии. Ребята очень ждут и обязательно получат весточку с родины.